Поздравляю одесского махинатора. Он стал победителем в аукционе. Его ставка сыграла 350 гривен. И эти замечательные часы «Ракета» сегодня отправляются к нему. Это был лот номер два. Лот номер три. Часы «Слава» с календарем. Всех заинтересованных приглашаю принять участие. Ссылка на группу в Телеграме, аукцион группа «Фабрика винтажа», под этим видео. Старт с 1 гривны. И одно условие. Отправка только по территории Украины. Света нету. Решил проехаться на райончике. Визиточки пораздавать. Посмотри там людишек. Да, в этом дворе никого. Поедем в следующий. Вон мужчина идет. Так, подождем его здесь. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, покупаю разные советские предметы. У меня здесь у вас на рынке антикварная лавка. Можете прийти, если что-то найдете, там часы, фотоаппараты, шахматы. Заходите. Потихонечку движение идет. Вот еще люди. Добрый день. Покупаю разные советские предметы. У меня здесь антикварная лавка на рынке сказки. Поняли? А что там? Часы, шахматы, фотоаппараты, статуэтки, ложки, вилки, значки, марки. Все, что связано с советским периодом, все покупаю. Здравствуйте. Возьмите, пожалуйста, визитка. Покупаю различные предметы советского периода. Может, что-то вы находите, выкидывают, поняли? Или у вас есть. У меня антикварная лавка вот прям на сказке. Рынки, там везде это реклама, по ступенькам поднимаетесь. Если что-то есть у вас там, значки, марки, фотоаппараты, статуэтки. Света нету, а работа есть. Юность. Пока-пока. На почту. Сейчас мешок вкину его. И все. Мы и без света работаем. Друзья, перебрал коробку. Все, что видите перед собой, удалось спасти с этой коробки. Там еще большая-большая куча игрушек, которые битые. А на столе более-менее все четенькие. Тут интересные такие игрушки, как часики. Мальчик на санях. Маяк. Игрушка со звездой. Большая шишка. Эти игрушки можно приобрести в группе в Фейсбуке «Фабрика винтажа». Ссылка под этим видео. Так, красная шапочка. Ага, тут чуть-чуть. Даже не чуть-чуть. Большой скол. Интересный. Если он целый, то он интересный пингвин. Потерся немножко, так целый. Оно тут тоже битое. Чем это надо целый? Это же старый. Так. Это у нас лото? Лото, лото, да. Надо будет его пересчитывать. 24 карточки, 90 бочонков.
Давайте. Сами. Да, я быстренько сейчас пересмотрю. Эти такие простенькие. Друзья, купил сегодня прикольные шахматишки. Шахматы художественные. Управление художественных промыслов Горьковской области. Город Семенов. Цена была 14,60. 82 год. В виде матрешек. Давайте сейчас их выставлю и покажу, как они выглядят все. Прикольные такие фигурки. Зачетный комплект сувенирных шахмат. Посмотрите, какая дама высокая. И король. Красивое исполнение. Проходите. Можете присесть. Ну нет, садись ты. Очередная продажа. Шикарные новогодние игрушки. Это якутка, которая уезжает в Норвегию. Из набора «Дружбы народов». В шикарном состоянии. Незначительная потеря краски под левым глазом. Ну а так в целом игрушка зачетная. Буду сейчас ее упаковывать. Обязательно надо вытащить прищепку и положить ее отдельно, чтобы игрушка при транспортировке не разбилась. И седалки. Такие. И у соседей тоже. И у соседей собачки. Да? Привет. О, привет. 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 Мальчик только у нас. Какое? Ух, привет! Попали. Так, ну пошлите, я тут пособирала все, что, короче, все, что я так планирую. Ну, хотелось бы мне от этого избавиться. Ага. А там, как скажете. Давайте посмотрим. Ну, просто что-то чистый свет, я не знаю. Чего посадила. Вот это все, что здесь стоит, вы хотите все это продать, да? Ну, вот, кроме рюмочек. Рюмочки не хочу. Вот это ничего здесь, да? Вот это нет. Это вот нет. Это... Вот это что внизу? Да. Что-то. Ага. Еще что-то? Ну, и, да. И вот это, да, все пошло? Вот это, да. Вот у нас Харьков. Да, это Харьков. Внизу. Вы еще говорили, часы какие-то, да? Нет, часы это, наверное, не я. А нет? Вот эти самые ложечки, вилочки. И вот картинки у меня вот такие есть. Ага, ложки, вилки и картины. Картина одна вот эта? Нет, четыре. Две тысячи четвертый. И тут тоже самое. Да, эти, они все современные, не этот. Угу. Вот это тоже масло, тоже какое-то. Копилка? Шкатулка, копилка? Нет, просто шкатулка. Шкатулочка. Не, она работает так вот. Оп. Ага, я понял. А ну еще раз. Оп.
Не знаю. Красивая. Красивая. Так, а что у нас тут? Там синьки. Почему-то не написано. И вот это вот. С Владихосталь. Не, это стекло. А что звенит? Это стекло такое цветное. Свет. Хрусталь совсем нет. Хрусталя нету. О. Не, это стекло. Хрусталь другой. Да. Ладно, сами. Нам не надо, не надо. Еду на Укрпочту. На обратном пути заскочу в новую. Сегодня неплохой такой денечек по продажам. Сейчас остановлюсь, вам покажу. Блин, четенько сегодня продажи прошли. Диктофон Олимпус едет в Бельгию. Этот уже запакованный. Тут у меня лежит фотоаппарат Canon. Едет в Австралию. И три, представляете, три секундомера и три разных человека. Сегодня какой-то ударный день по секундомерам. Все эти секундомеры едут в Соединенные Штаты Америки. Давай я съеду. Мне еще пупырки надо. Метр отрежешь. Метр пупырочки. Зачем ты пистолет? Да я же с собой заберу еще. А, ладно. Ой. А я пока создам. А новой почтой поедет вот такой вот кастет. Зажигалка. Зажигалка уже там разобрана. Остался только кастет. И тарелка. Третий рейх. Показывать не буду, сами знаете почему. Рыбки в судочке. Ага. И крышка есть? Есть, есть все. Это вот здесь на два набора. У меня один синий. Это я в коробочку сложила, чтобы донести делать. Давайте я тогда сейчас рыбу, да, рыбу уберем. Ага. Фотоаппарат. У вас еще что-то? Не, пока нет сегодня. Вот тут прямо идите на балкон туда. Хорошо, что. Ой, дверь подбежа. Ой, сейчас как бабахнет. Ага. Идите прямо, прямо на балкон. О, у вас праздник. Да нет, это, знаете, овощи были, думаю, хорошо, селедку купил. Добрый день. Что вы тут мне показать? Руслан. Смотрите. Я извиняюсь, вы просто не представились, как вас? Я сказал, Руслан. А, Руслан, не, да. Не услышал. Прослушал, ну да. Вот этот Ленин, да? Ленин, да, Гагарин. Гагарин. Моя монета. Да. Ну, сабля это. Тюремная работа по невинности. Ага. Это кашля. Это монеты. Вот, смотрите. Что там еще было у вас? Блюдечко. А, блюдечко, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Жми. Это не открывается. А, нет, не сбоку. Открывается. Ой, где? А вот это вот. Такое вам не надо? Не, не нужно. Не нужно. Подстаканник от чашечки. А что тут за петушок? Где? Наверху. Карандашница. Ой, петушок это петушок. А, он не продается, да? Не знаю. Барышня. А вот это что за барышня? Вот барышня, еще мы как бы фотографировали. Ну, да. Это Европа. Это в России дарили моей маме. Угу. Она умерла год назад, даже меньше. Угу. Вот. Вот они. Они даже потемнели. Это белорусы,
ценности не имеет. Ф-50 и автомат долго лежал, никому не нужен был. Ну, сейчас купили. Уезжает в Соединенные Штаты. Ну такая вот посылочка. Думаю, американец будет доволен. Сезончик начался. Помчали. Привет. Привет. Победитель. Спасибо, да. Я победитель. Ваша. Да, мое. Ваш лот. Дождался. Что у вас интересного тут? Ну, вот ладья есть серебряная. Сколько она стоит? Где-то 2800. 2800? Да. Ее можно найти в группе в Фейсбуке «Фабрика винтажа», о, правильно? Можно. Друзья, заходите, покупайте. Ссылочка под этим видео. Не все